Сегодня у нас необычные блестящие предложения для вас. Совсем недавно бренд Лавира были гостями нашей программы. И сегодня я выбрала для себя яркое платье. Друзья мои, в предвкушении Нового года каждая женщина бегает по магазину в поисках своего нарядного платья. Но сегодня вам никуда бежать не надо, потому что сегодня у вас появилась уникальная возможность выбрать этот наряд на телеканале Шоп-н-Шоу. Звездный дождь. И мы предлагаем вам сегодня это яркое мерцание в трехцветовой палитре по цене только сегодняшнего дня. 1999 рублей платье «Звездный дождь». Размерная сетка от 46 до 60 света. Это невероятный блеск и красота. Это просто невероятно. И я знаю, что мы скоро Новый год, и мы готовимся сделать подарки себе любимым. И не только. Но давай посмотрим сейчас на цветовую палитру. Ведь платье представлено не только в черном цвете. Не только. Как говорили только что наши покупатели, основное преимущество платья, которое они выбирают, это свобода. Наше платье «Звездный дождь» представлена в черном цвете, в красном сейчас вы видите на ваших экранах и темно-синий цвет. На каждом платье вы видите индивидуальный рисунок, принт. Но самое удивительное, что это ткани с металлическим блеском. Виновник следующего года, 2017 год огненного петуха, любит все блестящее. И даже не важно, что самый популярный цвет это красный. Вот я только что хотела об этом сказать, что не обязательно брать красный цвет, хотя он тоже очень привлекательный и насыщенный, супер красивый. Можно выбрать и другого любого цвета, темно-синий, черный, как на тебе просто замечательный. Ну, ты знаешь, сейчас, кстати, перед нашим эфиром мы поговорили с нашими коллегами, и Наталья выбрала для себя яркий красный цвет, и Иван для своей супруги тоже положил глаз на красный. На самом деле, красный нравится не только ярким женщинам, но и мужчины любят смотреть на то, как женщина выглядит в красном. Этот цвет выбрала наша модель Татьяна. А сейчас предлагаю определиться с размером. Размерный ряд у нас от 46 до 60. Светлана, давай будем рассказывать, как правильно все-таки дистанционно его выбрать. Ну, смотри, женщины только что сказали, что хотят свободные платья. Наше платье от Ирины Кулаковой, дизайнера бренда Лавира, не только блестит, оно подарит женщине комфорт и свободу. Хочу сказать, что Татьяна выбрала для себя платье на размер побольше. У Танечки размер 50-52. Так вот, если у вас сдвоенный российский размер, выбирайте в сторону большего, то есть в данном случае Таня выбрала 52-й. У меня размер 52-й, но платье выбрала я для себя 54-й. Объясню почему. У меня широкие плечи. Так как здесь хорошая длина, ниже колена, чуть-чуть ниже колена. Очень здорово, когда платье сидит свободно. Поэтому, чтобы в зоне проймы ничего не пережимало, чтобы платье не подскакивало вверх, лучше его выбрать, чтобы оно сидело свободнее. Особенно для тех женщин, у кого широкие бедра и богатый верх. Итак, выбирайте платье «Звездный дождь». Прекрасный образ новогодних праздников. И не только, вы можете носить его и каждый день на любое другое мероприятие. Светочка, но я уже успела прикоснуться к этому платью. Оно невероятно мягко. Что это за блестящая ткань? Что за фактура? Но на самом деле ткань струится. Вы видите, как она скрадывает мои секреты в зоне животика? Сколько здесь места? И так приятно, когда женщина чувствует себя уверенно. Фигура становится более ладненькой, да? И как моя мама говорит, что ты все время говоришь о том, что ты поправилась. Но я этого не вижу, потому что мы выбираем сегодня платье с мерцающим эффектом. Ты права, Лена, ткань играет важную роль. Когда женщина выбирает для себя платье, для нее очень важно, чтобы оно было комфортным. Предлагаю сейчас и вам познакомиться с нашей тканью. Я уже сказала, что бренд Лавира Ирина Кулакова выбирает для своей коллекции качественные материалы. И даже несмотря на то, что наша лицевая сторона платья имеет отличный блеск, это яркое платье обладает мягкостью. Сейчас на ваших глазах я экспериментирую с тканью и могу сказать, что самые мягкие ощущения и комфортные вы получите. Изнутри мы видим с вами шелковистую мягкую текстуру вискозы. Светочка, я вижу, ты его так мнешь. Оно не помнется? Ну нет, конечно. Обрати внимание, только что продюсер нам сообщил, что самый популярный цвет – это черный. Поэтому, друзья мои, размеры заканчиваются у нас. С платьем ничего не произойдет. Я могу его даже скрутить сейчас. Давай посмотрим, Боже что будет мой, платье. Да ты что такое? Его, получается, не нужно гладить. Выбирайте свой размер и только сегодня по стоимости 1999 рублей. Платье «Звездный дождь». Размерный ряд, я напомню, от 46 до 60. Выбирайте яркий новогодний и стильный образ. Создавайте вместе
вместе с нами, Светочка. Ну расскажи, а с чем мы можем сочетать данное платье? Вообще, это платье мы можем носить не только на новогодние праздники. Ведь закончится череда праздников Новый год, Рождество, а у нас впереди 8 марта, это дни рождения, юбилеи, встречи с подругами, походы в ресторан или в гости. Это платье вы можете надеть даже на работу. Представьте себе, вот, например, синее платье я рекомендую с таким красивым абстрактным рисунком носить с кардиганом. Особенно, если он будет выполнен из серого вязаного полотна. Когда вы выбираете такой богатый принт, особенно еще и блестящий, могу сказать, что лучше его успокоить оттенками либо пастельными, либо серебристо-серыми. Тогда у вас будет отличный гармоничный наряд. Этот наряд платье «Звездный дождь» выбираете только сейчас по стоимости 1999 рублей, в котором вы сможете ходить не только на различные новогодние мероприятия, корпоративы, но и также на работу. Скидку вы сегодня получаете в размере 1000 рублей. Это невероятно. Платье «Звездный дождь» по цене только сегодня 1999 рублей. И ухаживать за ним просто очень приятно. Ну давай расскажем, как ухаживать за такой тканью. Ткань, которую многие наши модницы телеканала Шоп-н-Шоу назвали космическим явлением. Давайте проведем эксперимент еще раз. Многие женщины звонят в нашу студию и спрашивают у оператора, куда этот блеск исчезнет после многочисленных стирок. Секрет в том, что он не исчезнет никуда. Предлагаю сейчас с вами провести эксперимент. Вот я натираю эту ткань нещадно. Но посмотрите, блеск остается. И ничего не отвалилось. Совершенно верно. Эти металлические ткани сегодня фавориты. И многие коллекционеры даже не берутся шить из них коллекции платьев.